Вы прочитали, да, все комментарии, которые я только что выставила? Вот, честно сказать, это возмущает меня до слез. Во многих странах, в том числе в Казахстане, во многих семьях рождению мальчика радуются больше, чем рождению девочки. Я, конечно, прошу прощения, но меня действительно такие родители удивляют, которые называют своих дочерей «Улпан», «Улболсон», «Улдана», что в переводе «пусть будет мальчиком». Есть поверье, что если ты так назовешь свою дочь, следующий родится твой наследник, мальчик. А то, что твоя дочь будет расти с ощущением, что она ненужная, что ее не ждали, мало волнует родителей. Я против дискриминации, я против ущемления прав женщин. Естественно, я против домашнего насилия. Я вообще против любой несправедливости по отношению к женщинам. Только буквально вчера я выставляла письма моих подписчиц, как они мучаются от того, что их унижают, оскорбляют, их мнение ни во что не ставят.